ворота не открыть. Но, может, как-то проломить можно? Ворота не открыть. Но, может, как-то проломить можно? Одержимые. Тут занимались изгнанием демонов. В глубинах под святыми землями нашего города мы обнаружили источник скверны. Извилистые адские тоннели, изрыгающие миазмы зла. Признаки одержимости бывают разными. Но метка демона всегда четко видна. Людей тянет к злым словам и поступкам, прочь от Божьей благодати. Тогда мы приводим их сюда, к самому входу в ад, чтобы изгнать демонов. Нам не всегда это удается. Зачастую от несчастных бедняк уже мало что остается. Тяжело терять хороших людей, но мы должны противостоять всем проявлениям дьявола.
что-то удерживает. Они считали эту пещеру вратами в ад. Ворота не открыть. Но, может, как-то проломить можно? Одержимые. Тут занимались изгнанием демонов.